Никого не удивляет, что в татарском академическом театре имени Галиаскара Камала не бывает свободных мест. Разве может быть иначе, если коллектив чувствует пульс времени, отвечает на сокровенные мысли своего зрителя? Шаукат Бектимиров – один из тех, кто составляет гордость театра. Актер. Когда-то их называли лицедеями. Действительно, вон сколько обличий принимал Шаукат Хасанович за свою творческую жизнь. Но за ними лицо времени. Оно особенно ясно, когда актер играет роли такого масштаба, как роль Ленина. Ошеломляющий успех спектакля по пьесе Туфана Миннулина «Альдерместан Альмандар». Со сцены в зал идет заряд озорного оптимизма, стойкости перед лицом старости и даже самой смерти. На сцене воистину народный герой, верный родной земле, верный самым светлым идеалам, живой, настоящий. Ну-ка, старуха, иди-ка, помогай плясать. Эх, темнота непросвещенная. Спите с молоду, вкусов жизни не понимаете. Эх, сбросит бы мне лет 30. Нет, 40. Нет, 50. 60. Эх, десятков всем бы мне сейчас скинуть. Шаукат Хасанович полон сил и, не скупясь, отдает их работе на телевидении, в кино. Казалось бы, простое дело – перевести художественный фильм на родной язык. Но, как подумаешь, надо представить, например, известного актера Жжонова огромной аудитории. И надо выразить при этом свое отношение к вопросам войны и мира. Немецкая культура, литература... Вы просто не знаете. Знаем мы ихнюю культуру. Собственными глазами видели. Я бы их всех в эти небесные ворота отправил бы. Ладно, ладно. Будет тебе, старик. У Тихона Спиридоновича на Могилевщине фашисты всю семью истребили. Всех, можно сказать, до последнего младенца. Ярый, жидді, қартлаш. Тихон Спиридонович-ның Могилев түбегінде фашистлар бүтін ғайласын жоқ еткенлер. Сабый балаларына қадар. Кешіріңіз. Сергеев бұртына ғыжым ұшастығына күшірігі. Құрға
Нижнекамск, город, родившийся после войны. Генеральный директор объединения «Нижнекамск-Нефтехим» Николай Васильевич Лимаев принимает Шауката Хасановича как самого дорогого гостя. Совхоз «Нижнекамский» – одна из многих встреч делегации Союза кинематографистов Татарии с тружениками села. Велик интерес к людям искусства. Такие встречи окрыляют, вселяют уверенность, что твоя работа нужна людям. Театрда 35 жыл ишлеуда урында мяңа артист боларак бик көп сахна әсәрләрендә, спектакльләрдә күп төрле характердагы күп кырлы образлар белән очрашырга туры килде. Безнең театр Алиаскар Камал исемендәге академия театры үзенең спектакльләрен безнең зур илебезнең кайсы шәһәрендә генә уйнамасын. Тамаша заллары безнең спектакльләрдә һәр вакыт тулып тора. За 35 лет работы в театре сыграно много ролей, много характеров. И в каком бы городе нашей страны наш театр имени Галиаскара Камала не давал спектакль, зал всегда переполнен. Зрители вместе с нами смеются, радуются, плачут. Любят люди искусство театра. Любят творчество. Им нужна духовная пища. И служение такому народу, такому зрителю, для меня, как и для всех в нашем театре, большое счастье. Бергаляп, мені мишенул зур бахыт. Хам мина шуша халықның ижат кишілеріне, сангатка болған махаббаты бізне ижат кишілерін хар вақыт зур ижады кишілерге рухландыра. Служение народу. В устах Шауката Хасановича Бектимирова это не просто слова, это убеждение, жизненная позиция. И народ назвал его своим избранником, депутатом Верховного Совета страны. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, лауреат Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая, неутомимый труженик, Шаукат Хасанович Бектимиров по праву принимает участие в решении важнейших государственных вопросов.